Подольске, что на Украине, разграблен мавзолей советского военного и политического деятеля, участника гражданской войны, члена Реввоенсовета Григория Котовского. Об этом сообщила журналист Мария Ковалева на своей странице в Фейсбуке. Она также публиковала фото останков советского военачальника. На снимке видно, что стеклянное окошко на мавзолее разбито, а скелет внутри поврежден. Мавзолей Котовского – это памятник-усыпальница. Сооружен в 1925 году. Был разрушен в 1941. Через 24 года его вновь восстановили, но уже в уменьшенном виде. Сейчас он представляет собой стелу со склепом. Тело Котовского хранится в закрытом гробу с небольшим окошком.